Canon EF70-200F4L-USM – это уникальный в своем роде телеобъектив. На сегодняшний день он обладает лучшим соотношением цены и качества не только в модельном ряду Canon, но и, пожалуй, среди всех полнокадровых телеобъективов. Он относится к топовой L-серии. На это указывает не только красная полоска на корпусе, но и вся конструкция. Корпус изготовлен из металла, он имеет пыли и влагозащиту. Объектив получился сравнительно легким и весит немногим более 700 грамм, а габариты не так уж и велики для телевика. Безусловно, сферу применения этой модели ограничивает светосила F4. Объектив подойдет для съемки репортажа на улице или с хорошим искусственным освещением. Если речь идет о съемке в помещении или с экстремально плохим светом, то лучше предпочесть более светосильные модели. Но при этом на F4 объектив резок, и прикрывать диафрагму для получения более высокой детализации фотографу не придется. Это существенный плюс. Уровень хроматических аберраций, свойственных большинству макрообъективов, здесь низкий во всем диапазоне зума, так что снимать в солнечную погоду можно смело. Отдельной похвалы заслуживает ультразвуковой автофокус этой модели. Он быстр и при этом бесшумен. Как и другие профессиональные модели, объектив имеет лимитер дистанции фокусировки. Он еще сильнее сокращает время, затрачиваемое на фокусировку, делая реакцию на нажатие кнопки спуска молниеносной. Обладая большим фокусным расстоянием, объектив дает возможность добиться малой глубины резкости, размыть фон. И нужно сказать, делает он это красиво. Боке мягкое и приятное глазу. И это еще больше увеличивает универсальность этой модели. Мы рекомендуем EF70-200F4L-USM всем без исключения обладателям зеркальных камер Canon. Он одинаково хорошо подходит и для полнокадровых, и для APS-C моделей. Являясь самым доступным из профессиональных телевиков, объектив обеспечивает высочайшее качество изображения и может похвастаться лучшим соотношением цены и качества. Его можно применять в любых жанрах, от свадебной съемки до travel-фотографии. А единственным формальным минусом этой модели можно назвать отсутствие стабилизатора. Впрочем, у Canon есть стабилизированная версия объектива с такими же параметрами светосилы и фокусного расстояния.